Ну, вот опять-таки, с точки зрения разных там групп оборудования, есть примеры основное производство, это то, что называется технология. Вспомогательное производство, пар, энергия, то есть любые там типы производств, которые, по сути, обеспечивают основное производство. Ну, и такие обслуживающие производства, те же самые ремонтно-механические заводы, цеха, мастерские, то есть то, что обслуживает, собственно говоря, оборудование, которое находится в этом производстве. Здесь просто показано, что есть разные там типы производств, и какие-то моменты, связанные с описанием оборудования, они, возможно, различаются. Но, опять-таки, с точки зрения основного производства, как мы там выше показывали, то есть есть иерархия оборудования, есть иерархия организационная. Ну и, соответственно, в любом технологическом процессе как бы всегда есть схема, то есть схема цепи аппаратов, которые описывают саму структуру самого производства. Или передельная какая-то схема, процессная. Опять-таки, с точки зрения нас, как специалистов по сбору информации, важно дойти до этого уровня позиции, да, и, соответственно, понять, что на этой позиции сейчас установлено вот это, да, этот физический объект. Ну, опять-таки, терминологические такие вещи, они всегда там в проектах возникают. Я уже, на самом деле, рассказал по поводу уровня систем. То есть система – это некий виртуальный объект, как мы говорим, логический объект, который описывает связь этих позиций, некую цепочку оборудования на этих позициях. Есть уровень позиции, есть уровень единиц оборудования. Это очень важный момент для формирования понимания у тех людей, которые будут заниматься, разделить эти вот уровни логических объектов и технических объектов. С точки зрения реальных процессов именно производства всегда есть схема, опять-таки, здесь рекомендация. Первое, что у вас должно быть в голове при решении о создании базы данных оборудования, это пойти к технологам и взять у них технологический регламент. В тех регламенте описана, собственно, сама схема. Либо производство, либо генерация энергии, то есть любые процессы, цели, это продукт, либо какая-то энергия, да, они имеют регламент. И в этом регламенте, собственно, обозначены связи позиции, некий производственный процесс. Надеюсь, это понятно.